вот такие дороги на лагуну. Грузовики ездят каждый день. Дорога полностью раздолбана. Не знаю, что с этим делать. Жители обращались куда угодно. Не знаю, в ГИБДД, может быть, в администрацию. На что все разводят руками. Недавно мужчины, люди, которые ездят на этих грузовиках, предложили просто снести дорогу, чтобы не возникало проблем с ямами. Вот они кое-какие, они позасыпали песочком, но смысла не меняет, что просто невозможно проехать домой, не разбив машину. Вот такие у нас дела. Ездят в лагуну на карьер, хотя как раз возле лагуны природоохранная зона с озером, рядом расположена военная часть. Непонятно, какое право они вообще имеют здесь что-либо выкапывать. Прошли сутки, на дороге появились новые ямы. Эти, пожалуйста, грузовики, вот, пожалуйста, вы видите, ездят уже полтора года или два беспрерывно в любое время года. Ямы не уменьшаются, с каждым днем прибавляется только их количество. Ездить становится просто невозможно. Уже даже непонятно. Вроде как туристическая зона, но вот почему-то как приедет Путин, так у нас все ровно и прекрасно. А как Путина нет, так никому эта дорога и не нужна. Интересно, почему лагуна тоже не задается этим вопросом. Потому что, я думаю, владельцам лагуны тоже не очень нравится. Вот новая яма, кстати. И вот, ремонтировать машины после таких дорог.